ходе рабочей поездки по Валуйскому городскому округу губернатор Евгений Савченко осмотрел первый в области завод по переработке автомобильных шин и резинотехнических изделий. Что в итоге получают из отработанного материала, где планируют применять и какое значение такое производство имеет для региона? В 2018-м в Губкинском округе появилось 550 новых рабочих мест. В 2019-м откроется Центр материнства и женского здоровья. Глава муниципалитета провел ежегодную пресс-конференцию. В Новооскольском городском округе накануне праздников сразу 10 человек из числа детей-сирот и оставшихся без попечительства родителей получили ключи от собственного жилья. Современные коттеджи на двух собственников построены в 3 километрах от районного центра в селе Ниновке. Как оборудованы дома, есть ли в них все необходимое для жизни?